уже где-то что-то. Ой, вы знаете, вот писать-то писать, надо же грамотно писать. А что, грамотных нет людей? Да вот, ну, не знаю. 100 лет, говорите, дому. Так а вы на Новой колонии тоже в нем жили или нет, как? Нет, я на Новой колонии не жила, но когда моей дочери было 3 года, уже дочери, ну, ее нет, уже полтинник. Если мы сюда переехали, 3 года было. А прежде кто здесь жил до вас? Ну, они вот так освобождаются, квартиры получают или... Понятно, спасибо вам большое. Ну, а что? Да. У нас тут живут-то уже, и никто не хочет жить. Так а тут смотрю, что-то вот там все. Все забито, никто не живет. А холодно как? Вы знаете, какая холодильник? Пока топишь? Ой, а ноги замерзают. Это знаете, на этом есть, на поселке Крутом, там барак, там несколько человек, народу, этот семей живут. Там с 27-го года. Там ты что, квартиру даешь? Хлюпает, говорит, все, хлюпает. По весне вот это тоже они замерзают. Да, да, замерзают. Там тоже никому дела нет. Угу. Ладно, спасибо вам. Ой-ой-ой. А я говорю, как лучше пластик окна поставила, там мы вообще замерзаем. Так, ладненько.